Друзья, привет! Саша Иванов, канал «Живу на земле». Конец октября, последние числа, Тверская область. Погода стоит такая, ночью около нуля, днем до 10 градусов. Сейчас где-то 7-8. Самое время попробовать половить налима на донке. Налима, берша, на тюльку, может быть, даже попадется судак. Выезд крайне основательный. Думаю, даже, возможно, останусь с ночевкой. Взял палатку, обогрев газовый. Все, в общем-то, готово к тому, чтобы побыть здесь сутки. Посмотрим по погоде, по обстановке. Приглашаю вас с собой побыть здесь на природе, подышать свежим воздухом. Сейчас одену теплый костюм, и все будет комфортно, абсолютно примерно так же, как и летом. Освещение взял всякое разнообразное. Палатка, газ, покушать, все есть. Ребята, кто жаден до рыбы и жаден вообще в принципе, наверное, дальше можете не смотреть, потому что я не уверен, поймаю я рыбу или не поймаю. У меня на первом месте это выезд на свежий воздух, отдохнуть от обыденной жизни, от суеты, от всех своих вот этих мыслей и побыть на природе здесь. И те, кто остался, еще раз приглашаю вас с собой. Я думаю, что будет полный отрыв от городской какой-то реальности вот этой и много природы, и будем надеяться, что будет много рыбы. Ведро под рыбу, самое главное. Так. Донки, крокодильчики завалены здесь. Точно так же, как вот ездил на леща, до сих пор там это оснащение. Надо будет сейчас переделать оснастку под ловлю на тюльку и на червя. Так, давай. Куб не стал брать, чтобы не пачкать его особо. Он такой беленький, чистенький. Для зимы самое то. А лотос этот у меня 3 универсал. И зимой, и летом трудится. И сюда. Так. Раскладушечку приготовил. Все-таки, наверное, буду ночевать. Фух. Сейчас после основной разгрузки самое главное будет перевязать удочки и постараться засветло еще их закинуть. А потом уже с фонариком там ночью можно будет ходить. Сейчас темнеет рано и светлеет поздно. В 6 часов утра встаешь, темно. Думаешь, ну ладно, сейчас попозже. 7 утра, темно. Понимаешь, что скоро зима и зимние рыбалки, когда будет светло вообще 8:30 утром. По поводу того, что можно ли сейчас ловить на донке леща на пенопласт с пшеном, вот как летом ловим. Ребят, наверное, можно. Сам сейчас буду пробовать ловить налима и не буду ничего ставить на леща, чтобы не разрываться между двумя способами ловли. Еще называю ловить налима, а сам, конечно, судака хочу поймать. Хотя и налим тоже
Погода была более стрёмная, ну вот на 2,5 килограмма в позатом году поймал такую особь, такой прям вообще трофейный абсолютно. Поэтому поводки сегодня буду делать из лески 0,35. Оснастку самую простую. Сейчас маленько посмотрел отчеты, как, ну, налим поклевывает, не крупный. Ну и народ, в общем, не заморачивается, просто на скользящем грузе поводок. Ну еще кое-что, конечно же, от себя добавлю, без этого никак. Приездом. Погода на улице так себе, это вот для налима то, что нужно. Посмотрел по месту, вполне поставить три удилища, это точно. Раз, два, три, а то может быть здесь даже и четвертое, но надо с трех начать. Туда на мыс можно сходить, поставить закидушки, у меня есть с собой. В общем, удочек просто неограниченное количество. Одних только закидушек, 6 штук, 4 крокодила. И взял с собой еще что-то, то ли это спиннинг, то ли, не знаю, какое-то удилище. Оно 3,30 длиной и тестом 50 грамм. Я им ловил на отводной поводок, можно швырнуть под сотню метров. И, в общем-то, попробуем здесь на него тоже половить. Потому что мне все кажется, большая река, и чем дальше забросишь, тем больше шанс на рыбу. Коробочка чисто на налима. Каждый год, правда, маленечко дополняю ее чем-то. В прошлом году не удалось нормально налима, к сожалению, половить из-за сильного течения. Но сейчас в другое место приехал. Это Волга ниже Твери. Фактически Иваньковское водохранилище. Точнее место не скажу. Ну, вот мы где-то здесь. Тверская область. Как-никак. Леска 0,35. Делал оснастки на таких противозакручивателях. В принципе, ничего не путается, все вообще четко, и поводок ложится на дно. Но смотрю, народ по отчетам в группе ВКонтакте, у нас есть группа Тверская рыбацкая, там что-то Тверская рыбалка, и там народ ловит вот на такие груза, как бы это такая ложка, но с отверстием внутри. А вы заходите, выкладывайте свои отчеты нашу группу «Живу на земле» ВКонтакте, набирайте. Что-то темнеет прямо на глазах, пожалуй, пора освещение включить. Паша прислал мне вообще супер-супер-пупер лампы. Паша, спасибо тебе, дружище. Надеюсь, у нас сложится там зимой то, что договаривались. Прислал мне вот такой комплект. С пульта включается все, побольше, поменьше свет. В общем, как у таких, у заядлых рыболовов с Ютуба, самый настоящий свет. Не знаю, я уже, честно говоря, не помню, просил он, не просил, но он точно не просил оставлять свои координаты по этому поводу. Он говорит, я тебе просто от чистого сердца пришлю, вот делаю. Если будет делать еще, то оставлю, я спрошу у него. Если у него времени нет, то может быть просто, ну, как хобби такое, не все занимаются торговлей. Сейчас поставим свет, посмотрел. Там есть еще место, где поставить донки. И, в общем-то, я все 4 крокодила сейчас перевяжу на налима. Покажу, какую оснастку сделаю. И еще, похоже, и пятое удилище будет. У нас можно 10 крючков ловить, так что без проблем. Ну, в общем, вот как-то так сделал. Наверх их поставил, чтобы в камеру не светили.
То, что ловили на пенопласт, это отрезаю. Груза, конечно, мне кажется, мощноватый взял. Это вот 5 унций, это 150 грамм почти. 4 унции, 4 на 28, в общем, 4 на 320. Ну, ладно, надеюсь, все выдержит. Леска 0,4. Продел вгрузила леску. Есть у меня вот такие вертлюжки с AliExpress с бусиной. Заказал, тогда их сразу много присылают, там целая гора. Но стоит все, конечно, не как в магазинах у нас. Дешевле гораздо. Не знаю, надеюсь, не будут они разваливаться. В общем, хочу пропустить в бусину, потом обратно. И, в общем-то, сейчас хотел еще поставить сюда, сейчас сделаю, точно такое же вот это подъемное крылышко с доночного монтажа, чтобы оно и груз тоже приподнимало немного, чтобы он не волочился по дну. В общем, задумка какая: здесь получится монтаж скользящий, как и с кормушкой. Вот этот вертлюжок, к нему основной поводок сантиметров 60, может быть, там, ну, полметра, может, 70 сантиметров. И думал здесь еще маленький поводочек сделать с червяком. Основной там на тюльку, а здесь с червячком. Метод не опробованный, буду пробовать только сейчас, поэтому свяжу такой один монтаж и по ловле уже посмотрим, будет путаться, не будет. Если не будет путаться, почему бы и нет. Забросил у тебя один поводок вот там с тюлькой насажен, либо у меня уклейка есть, вот видео, где что делать с уклейкой. Тогда часть мы съели, а часть я заморозил в баночке, привез вот с собой. Чаще всего в комментариях писали, что не целую уклейку, а именно хвост от уклейки клюнет судак. Ну вот попробуем сегодня на хвост от уклейки ловить. Тюльку целиком буду насаживать. Как-то, ну, ловится налим у нас на целую тюльку. Но она меньше, чем уклея, даже она такая небольшая. Ну, сейчас покажу все. В общем, одну оснастку свяжу с двумя крючками, а все остальные просто скользящий груз. Скользящий груз будет. Вот сюда подъемное крылышко поставлю. И вот на такой вертлюжок с карабинчиком и с бусинкой, вот они, уже сюда привяжу поводок из лески 0,35. Основная 0,4, а это будет 0,35. При зацепах, может быть, удастся сохранить всю оснастку. Хотя лучше всего, конечно, 0,3 поставить, но я у себя дома нашел почему-то только 0,35 и 0,16. Не пойму, куда что делось. Скорее всего, попало в зимние наборы, где жерлица на судака. Там вот 0,3 леска. Вяжу оснастку и погнали уже там забрасывать всю эту воду в реку. Довязываю сейчас четвертую оснастку на крокодилах. И здравый смысл возобладал. Обойдусь, пожалуй, четырьмя удилищами сегодня, потому что начало темнеть. И смотрю, будет гораздо удобнее. Вот здесь стоянка, которая две удочки поставить. И одна стоянка там чуть-чуть за спиной. Вот сейчас у меня она находится. Буквально там 15 метров пройти за кустами, тоже есть место по две удочки. А длинную, вот эту, о которой говорил, 3,30, там это спиннинг, не буду сейчас ставить. Потому что жалковато. И само удилище, и катушку, вдруг там ногой наступишь или что-то такое. Вот это один из плюсов еще удилищ вот этих крокодил, то что даже если наступишь на него ногой, то ничего страшного не произойдет. И катушки эти дешевые, как ни странно, все равно они мотают, 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 шуршат, кряхтят, но мотают и рыбу выматывают, все с ними в порядке. Поэтому для ночной ловли вообще просто изумительно подойдут эти крокодильчики. По поводу поводков так и делаю. Вот этот вертлюжок с бусинкой. И на скользящем монтаже то же самое, что на донках. И вот на одну сейчас привяжу два крючка. Сколько народ ловит налима и насколько мне это известно, все поклевки все-таки наступают именно в темноте. Как бы пока светло, смысла особого нет. Может быть, там судак, конечно, клюнет. Но, честно говоря, судака на такие донки сам ни разу не ловил.
только слышал истории, и причем даже не видел фотографий, чтобы кто-то выложил фотографию судака, пойманного вот таким образом. Берши, да, попадают сегодня расчет именно что на лим, берш. Берш рыба не хуже судака по вкусовым качествам. Ну, просто размер помельче. Но бывают они такие, по 700 грамм бывают. Да даже если по 300, это тоже хорошая рыба. Двойная хирургическая петля, самая надежная, на мой взгляд, для 0,4 лески. Один раз продел и второй раз продел. Все. Да не только для 0,4, вообще для практически для любой. Здесь она получается в несколько слоев, не перетирает друг друга. Так. И поводок сюда сейчас. Ребят, как привязал крючки к 0,35 лески, не показываю, потому что сам буквально вчера увидел только этот способ на ютубе, и я не уверен, что я все хорошо запомнил, поэтому, возможно, крючки сейчас будут отваливаться прямо во время ловли. Надо сначала все испытать, а потом, если что, я вам расскажу, потому что теория это одно, а на практике, я говорю, мне показалось, да, все вот так человек делал. Но надо сначала проверить. Что мы имеем в итоге? Вот этот подъемный лепесток, груз. И здесь на небольшом поводке сделал крючок один. И на длинном поводке, на короткий крючок червей насадим. На длинном поводке сантиметров 70, который... Большой крючок под тюльку и под уклейку. Тут еще была запчасть такая. А, вот она. Раз, два, три, четыре. Светляки поставим, чтобы в темноте было все видно хорошо. Как там рыба клюет. Фонарик вчера зарядил, все вообще. Все просто супер. О! Для Нивы, кстати, купил. Ну, это не только для Нивы, это вообще... Это вообще, короче, круть. Это очень круто. Так как в прошлом году попал сильно с аккумулятором, сразу замечтал, и многие говорили, купи бустер, купи бустер. В общем, купил я бустер. Это вот такая штукенция. Друзья, это не реклама, я вам могу вообще ничего не показывать. Просто скажу, что это круто, и все. Это штука, которая может завести машину. Вот такая. Я вам могу тут фирму закрыть, что угодно. Но это огромное благо. Короче, вот такой пауэрбанк. От него там можно что-то заряжать. Но мне кажется, это дикость некоторая. Потому что стоит он даже на AliExpress 3000 рублей. За 3200 его покупал. Заводил от него мотоцикл. Машину пока не заводил. Но, надеюсь, может быть и не придется. И к нему эти... Соединяются крокодилы к аккумулятору, и в инструкции написано, если три раза не завел, типа, то надо подождать, надо ему остыть. А так отзывы очень хорошие. Ориентировался, конечно же, где были очень-очень много хороших отзывов, там, в общем-то, и взял. Сейчас пока зима будет, сейчас уже такие некоторые скидки. В общем, спасибо и вам за поддержку. Это...
подарочек такой, даже не знаю для кого, для себя, для Нивы, для вас, для всех окружающих. В общем, буду возить с собой. И если опять что-нибудь там забуду выключить в этой в Ниве и сядет аккумулятор, можно будет завести. Все остальное то же самое. Фонарик, как и был. Ну, это лампа. Это лампа для того, чтобы вам было хорошо видно сейчас. Сейчас будем ей освещать. Так. Погнали. Подставок еще вот таких только 4 штуки у меня. И ловить на 5 удилищ как-то не с руки. Потому что налим вот на 2,5 килограмма. Это что, наращивается, что ли? Эй. Не хватало. На Рим, если опять будет на 2,5 килограмма, удочку он утащит в легкую. Судя по сопротивлению тогда, как он шел, это, конечно, серьезный соперник. Время 6 часов 10 минут вечера. Самое то для ночного хищника. Просто то, что надо. Замороженных всех вез. Тюлик этих уклеек, завернутых в газету. И так постараюсь сильно их не греть. Может быть, еще на следующую рыбалку половить, чтобы. Потому что если они, ну как говорится, ржавеют, такие темные становятся, то уже их курам надо отвозить. О, вот это стандартная тюлька, такая небольшая, а вот это царь тюлька, у меня такие уклейки. Так, ладно. Здесь один поводок, сейчас сюда просто одну тюлечку насадим. Насаживаю вперед головой, потому что я еще ни разу не видел хищную рыбу, пойманную, у которой торчала бы голова из пасти. Всегда торчит хвост. Поэтому крючок должен быть, на мой взгляд, именно в сторону такую, чтобы вот с головы он ее съест и отсюда же и зацепится. Таким образом. Кто-то говорит, что по течению должна развиваться как бы естественным образом. Ребята, мне кажется, это просто будет лежать на дне. Ничего там не развиваться, тем более с таким монтажом, который прижимает ко дну. До этого делал часть монтажей с отводным поводком. Вот там может быть, да. Но все равно крючки довольно большие. И вряд ли там что-то будет такое особенное происходить с этой рыбой. Не верю я маленечко, что там будет на течение развиваться. А вот уклея. И вот посмотрите размер. Это вот мелкая уклея, которую я ловил тогда на фидер. И вот размер тюльки. Теперь я понимаю, почему от уклейки надо брать только хвост. И сейчас мы это сделаем. Червяки мелкие, поэтому насадил сразу пучок и пол уклейки, как советуют. Ну а уклейку с какой стороной куда? Сюда? У меня есть побольше крючки, наверное, пол уклейки мы поставим сейчас на другое удилище, а сюда я поставлю тюльку. Потому что все-таки хвост такой массивный. На той стоянке тогда будет полуклея. Сюда тюлечку сейчас пока. Это, конечно, гигантская тюля. Такую небольшую возьмем. Хвост пока сюда. Так. Так. Все очень феншуйно, когда в этих ведрах, даже если дождь пойдет, ничего страшного не происходит. Так. Примерно отсюда. Так, как какую-то джиговую приманку приходится надевать. И вот так вот, да.
упало на счет 10. Сейчас маленечко сравню глубину, докуда могу добросить. С грузом, с таким, могу дальше бросить, чем сейчас. Заброс произошел. Надо маленько подпривыкнуть. Чуть-чуть по-другому, чем кормушка летит. 1, 2, 3, 4. А это упало на 7. Значит, правая, может, в ямку какую-то попала. Тоже было бы здорово. Хотя говорят, что налим выходит. Говорят, что налим выходит на мель кормиться. Но вот у нас Волга, она подперта Иваньковским водохранилищем. Здесь все чуть-чуть как-то по-другому. Здесь все-таки рыба обитает в основном в русле. Сюда прямо к берегу редко она подходит. И то место, куда я приехал, русло тут как раз рядом. То, что надо. Такую штуку, бубенчики, сейчас ставлю сюда. Там палочка. Палочка, выручалочка, светилочка. Ну-ка. О, видно? И вот так сюда ее. Ну-ка. Ну так видно, нормально. Опа, и сюда тоже. Светлячок. Вот такой. Пойдем на другую стоянку, там еще две донки, тоже нужно забросить. Оказалось, совсем недалеко идти, вот они. Буквально, говорю, может, 15 метров. Ну, тут все примерно то же самое. По поводу крючков тоже не могу точно сказать, какие лучше, какие хуже, но точно вот такие большие. Вот здесь вот этот крючок, а тут... Ну-ка. О, вот это у нас будет уклеечная удочка под хвосты уклейки. Сейчас кто-то смотрит, наверняка будете писать, что надо не хвост, а голову насаживать. Ну, насадим что-нибудь. Опять же, не знаю, с какой стороны будет ее есть. Но я бы насадил все равно вот так. Так она будет удобней. В районе хвоста, когда прокалываешь ту же самую тюльку, она там как-то покрепче. Самое главное, конечно, чтобы не слетела с удочки она при забросе. Да, уклея гораздо мощнее, чем тюля. И потом будем перезабрасывать, смотреть, потому что бывает, раки объедают. Вот так вот. Угу. Тут удилище прямо на берегу у меня стоят. Дерево слева есть. И есть подход к воде, но он не очень удобный. Но если рыбу вытащить, то нормально будет. Там где-то вода, река, там и рыба. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9 упал. Ну что-то такое. Средняя тоже хорошо, приличная глубина. Опа. Ага. Так. И второго крокодильчика. У меня главное на дерево не повесить. О, вот этот поближе получился, я то запомнил. 3, 4, 5, 6. Все, вот этот будет самый ближний. Вода такая уже прозрачная. Осенние листья красивые лежат на песке. Даже не верится, что скоро будет зима. А она должна быть.
пошел перекидывать донки, что-то не пойму. Какую-то корягу, что ли, тащу, или может там действительно рыба. Вообще непонятно. Больше похоже, конечно, на зацеп, чем на рыбу. По клепке ничего не слышал. Скорее всего, какую-нибудь палку сейчас вытянем, ребята. О, нет, это налимчик. О, палка. Давай, дружочек, причаливай первый. Вот это дела. Не особо крупный. Ну, ничего такой. Спина у него такая. Ну, что-то среднее между совсем малышонком и налимом. Раз, два, 40 сантиметров. У нас как раз таких можно брать. Раз, два. Отсюда начинается кормовой размер налима. Вот у него спинка. Вон тут. О, класс. Ну что, поздравляю. Не знаю, кто кого поздравляет. Пойду за ведром, такого тоже возьму. Вот эта обстановка приободряется. Все-таки, значит, здесь есть рыба, здесь есть налим и рыбалка. Самое-то главное, что еще время где-то там, 8 час, часы сейчас не достать. Да это не столь важно. Это значит, что еще есть много-много часов, когда можно ходить, перебрасывать удочки, сжечь костер, готовить еду. И, в общем-то, вообще самое-самое одно, вот оно. Клюнул он на тюльку. И вот эта донка, если помните, это про которую я говорил, что она ближе всех упала. Там на 6 падал груз. На тех донках 10, 11, какие-то такие цифры довольно большие. А здесь было всего 6. И по звуку я слышал, ну точнее не то, что по звуку, а по полету. Полет был недолгий, когда груз шлепнулся о воду. Сейчас опять тюлечку насадим. Те две, что около палатки стоят, проверял, там ничего. Черви куда-то исчезли. Ну, они могут сваливаться, когда выматываешь, поводок там цепляется за дно. Так что есть смысл, значит, сейчас поближе опять забросить. И, может быть, вторую тоже попробовать поближе. Попасть на то место, где, может, там какие-то камушки, ракушки, там что. Ну, конечно, промеряться тут я не промерялся. Так, все наобум. Не совсем, конечно, это около берега. 3, 104, 105, 106. Опять 506. Где-то примерно там же сейчас будет. Ну ладно, одного поймали, уже хорошо. Посмотрим, что там будет дальше. Колокольчик не звенел. Но я знаю, что в старые времена люди ловили вообще без всяких бубенцов, без всего. Просто делали тычки. Это втыкается палка в землю. Забрасывается вот груз, крючок там. Куча червей, либо кусочки рыбы. И потом ходят, просто проверяют эти тычки. Даже не смотрят, есть поклевка, нет. Потому что если он съедает, то съедает целиком, как сейчас. И вот тут тоже некоторый минус, если мелкие налимы. Ну, при наличии крупных таких можно отпустить. Они, бывает, съедают так, что вообще никак ничего с ними не поделать. Остается только их съесть самому. Вот тут был хвост у клейки насажен, а вместо него насажу сейчас гигантскую тюльку. Вообще просто каких-то нереальных размеров. Вот эта тюлька у нас в Твери на Волге, ее раньше не было. Она появилась несколько лет назад буквально. Рыба ей питается. И окунь ей питается, и судак, и берж. И вот ее даже в магазинах продают. В рыболовных. Сейчас еще ее насаживаю. У меня такое ощущение, что я слышал уже 2 раза, как звонят колокола на той стоянке, где тоже 2 донки стоят около палатки. Сейчас забросим, пойдем посмотрим. Ну, если что там будет, покажу. А так что, вот это тоже недалеко так ее. Не очень далеко забросил. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. 508 на 8, все равно даже недалеко, а все равно падает на 8.
Считаю, может, конечно, неровно. Как-то вообще рядышком все. Недавно перезабрасывал, не хочется лишний раз тоже перекидывать. Сейчас посмотрим. Тяну маленько, если рыба там есть, она дернет. Тут, кажется, никого. А вот здесь что-то туго как-то идет. Ну-ка. Давайте посмотрим. Да, здесь, похоже, тоже есть. Да, ребята. О, вот это нормальный, похоже. Или что там, опять зацепы? Зацепился или что-то, я не пойму. Ну, на поводке леска 0,35, мне кажется, надо просто его пободрее тогда тягать. Ой, я его туда, у меня обратно. Вот это да. Еще все это в ночи происходит, и груз там, он волочится по дну. Тут поставил груз, на котором было написано, сколько там, 5 унций, что ли. Это слишком много для наших мест оказалось. Давай, что там такое-то? Я даже не пойму, я то ли протягиваю, то ли не протягиваю. О, да, ребят, там что-то какая-то вообще нормальная рыбина. Вот это да. Давай, давай, дружочек. Вот это налим, друзья. Вот это да, вот это налим. Опа. Так, 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 так. Вот это налимчик. А тут далеко забрасывал. Так. Засел хорошо. Вот это вообще нормальная тема. Вот это в порядке штука. Конечно, чуть поменьше, чем 2,5 когда-то был. Ну, вообще. У-ху-ху-ху. Вот это да. А тот я ему налил воды в ведро. И посмотрим, отжился он. Нет, да, он отжился. Смотрите, какой карапуз. Вот этот и вот этот, да? Так, ну мелкого мы тогда сейчас отпустим, раз он отжился. Жадность нам ни к чему. А большого сложим в ведро, конечно же. Блин, вообще, ребята, просто класс. Просто супер. Жить дальше и расти. Давай, беги. О, красота. Нормально он там глубоко тогда съел, но отцепил я его довольно гуманно. Вон, плавает здесь акула. Фух. Просто тяну, а там как будто зацеп. Зацеп и вот тащишь. Он как-то вообще непонятно. И не давит, и не рыпается. Ну-ка. Вообще красавчик просто. Ой, друзья, просто супер рыбалка. Смотрите, какой красавелла. Огонь. Просто огонь. Ну-ка, стой. Давай ведро. Опа. Рыбалка с рыбой, она 100 раз чудеснее, чем да, вот тогда, когда ты ездил и ничего поймать не можешь. А тут вот тебе на. Вообще, чуть ли не слезы на глазах. Просто забыл уже и про еду, и про все. Надо там костер жечь, готовить. Сейчас надо
буду перебрасывать удилище, потому что, может быть, у него кратковременный выход, потому что и там поклевка, и здесь поклевка. Но здесь дальше было заброшено, а там ближе. Сейчас переброшу донки все. Сейчас тяну, тоже не идет, но больше похоже на зацеп, чем на рыбу. Придется проверить, вытянуть. Пришел просто посмотреть вдруг, что там может. Вот это реально зацеп. Да, это просто зацеп. Опа-та. Наверное, поводок оторвал. Не, ничего, протащил. Ну тут вот что-то вот, я не знаю, что это, с чем это связано. Есть в планах на утро супчик сварить, сейчас попозже газ наладить, чтобы с утра можно было собраться, хорошенечко покушать и поехать домой. А сегодня пока у нас будет куриный окорочок, завернутый в фольгу, погреем его на костре, и салатик из помидор. Один помидор оставлю для супа. В этот раз взял из дома уже чищенную картошку, морковку, лучок, помидорку, куриную грудку, и даже, смотрите, еще Ирка положила мне. Это самые настоящие гренки. Огонь. Спасибо. Ну вот сейчас дело за небольшим. Салат понятно. Его несложно порезать. На улице хорошо еще. Стих ветерок. Потому что, точнее, он стал ветерком. Был ветер настоящий. И сейчас можно будет комфортно разжечь костер и посидеть еще у огня, у костра. Все-таки зима не совсем наступила. Конечно, воодушевляет то, что поймано две рыбы. Единственное, посмотрел, тюлька, там на 4 удилища ты ловишь, когда вот ее не так уж и много. Вот сейчас заброшено 4 штуки, и осталось там 11. Это всего 2 раза перезабросить, получается, 4 удочки, и одна еще останется. Надо бы было 2 банки, но у меня есть вторая банка с уклеей. Уклея там хоть и крупная, ну, можно будет пробовать ловить на кусочки уклейки. Ну, точно так же есть еще червяки. Ну, в них как-то я меньше, конечно, верю, чем в тюльку. Потому что как-то на червя обычно мелкий налим клюет. А на живца, на тюльку более крупный. Ну и само собой лучше поймать одного крупного, чем там 4 маленьких. Салатик, наверное, все порежу сейчас. Сейчас ситуация такая была. Я маленечко, конечно, возгордился. Такой типа, о, я поймал налима такого большого там. Обычно, ну, у нас меньше гораздо ловят. Это такое прям серьезное налимище. И увидел, что на камере включилась функция, которая там снимает по 1 минуте 5 роликов, а предыдущий удаляет. Я не знаю, что там сейчас наснималось. Но мир просто дал такой знак. Он немножечко меня усмирил. Чтобы не было гордости, чтобы не принимать все вот это на свой счет, что происходит. Жить здесь так, как будто ты, не как будто, а так оно и есть, как ты в гостях. И
все, что у тебя хорошее, и все, что плохое, это, ну, с такой некоторой благодарностью нужно принимать, и тогда все идет ровно и классно, и здорово, и в душе такая легкость. А когда ты говоришь я сам, вот в конечном итоге тебе просто дадут понять, что ты сам тут ничего. Ладно, глядя на еду, конечно, меня уже немного вот так, и пойдемте разжигать костер. По поводу того, что тюльки не очень много, подумал, 11 тюлек еще осталось. Если на 2 удочки сажать тюльку, то нормально, можно 5 раз перезабросить. Это как минимум 2,5-3 часа ловли. А на вторые 2 удочки буду сажать кусочки от уклейки. И буду чередовать. На той стоянке одну тюльку, одну уклейку. И здесь тоже одну тюльку, одну уклейку. Пойду сейчас переброшу, как раз костерочек подгорит. На соседней донке даже не было тюльки. Может быть, раки уже постарались. А здесь вот она висит нормальная, но ну, как бы бэушная. Не знаю, лучше, конечно, пересадить. Красивая. Ну, ребята, а здесь что-то опять тяжело идет. Это вот та донка, на которой был пойман налим. Но там опять зацепы какие-то. Что-то не пойму, или вообще не понимаю, с этой рыбой налимом чувствую, у меня тут здесь катушка раскручивается, то ли зацепа, то ли он идет, то ли не идет, то есть что-то странное такое, вообще не похоже ни на судака, ни на щуку, ну и уж тем более на леща не похоже. Вот зацеп. Ну, давай, или это когда он в ту сторону тянет, что-то я не пойму. Ну-ка, что там у нас? Там налим не крупный. Мелкий. Мелкий налимчик. Ну, это совсем маленький. Сегодня самый маленький, который был пойман. И зацепился он как раз аккуратненько. Не повредился. Пока не повредился. Тихо. Подожди, мой хороший. Произошла ошибка. Ты еще слишком молод для нашего фильма про еду. Давай, беги. Да, прикольный такой он на ощупь. Чешуи-то нет. Кожаный. Мягкий.
Вот попадает куда-то эта донка, то ли там яма рядом, то ли что такое. Ну, бросаю примерно на одинаковое расстояние, ну, плюс-минус там 5-10 метров. Ну, не то, что одинаковое, но факт в том, что на эту удочку две рыбы. Там только одна, и здесь почему-то сегодня какие-то левые донки работают, правые не работают пока. Про тюльку, про уклейку поговорил, еще все-таки черви есть. Какую-то донку надо поставить на огромный такой пук червей. Может быть, какая-то и другая рыба соблазнится, может быть, лещ, может быть, еще что-то. Так-то что угодно может клюнуть сейчас в этот осенний период. Ну, скорее всего, ночью, конечно, это налим выходит, собирает все, что плохо лежит. И один из них уже лежит в ведре. И так он там прилично добавил веса. Так. Сейчас мы кострище сделаем такое достаточно серьезное, чтобы потом можно было всякую ерунду здесь собирать на берегу и подкладывать. Ну и первым делом, конечно, погреем покушать здесь. Так, так, и с этой стороны так. Курочка шкварчит. По поводу налима, мне кажется, не сколько какие-то там его тропы, сколько места обитания. Вот есть какие-то ямы, там камни большие, где он может прятаться летом, потому что он может жить только в холодной воде. Вообще рыба северная. Она у нас здесь все лето, говорят, что она не кормится вообще. Но то, что он живет под камнями, это точно, потому что в детстве ловили его на Бешлоте, где Верхневолжские озера. Там плотина, и потом Волга начинает. Сейчас туда не пускают, закрытая территория. А раньше маленькие мы ездили туда. И вот под валуны руки суешь. Ловили, конечно, больше раков. Рак тебя за пальцы цап, ты его цап оттуда. И ведро. И также налимы попадались. Но чаще всего его там почувствуешь, он выскальзывает. Довольно сложно схватить руками. Ну, так вот, а в холодную погоду они выходят питаться. Причем обычно мне всегда казалось, что надо дождаться заморозков. Но сейчас есть интернет. Люди ездят, выкладывают отчеты, что ловится уже налим у нас в Твери, прям в городе в самом ловит. Значит, ловится. И вот приехали на рыбалку, и тут такое вот налимище. Вообще рыбалка с рыбой, конечно, это вдвойне круто. Ну и полакомиться немножечко такой пищей. Довольно спорный. Если кушать редко, например, один раз в день, как у меня часто бывает, вчера так было, позавчера так было, то вот это чувство голода, которое возникает, оно придает бодрости. Вот если у вас есть какая-то физическая такая апатия, вялость такая, значит, вы просто давно не были голодными. Уже не говорю, конечно, у кого хронические заболевания или что-то такое, а если человек более-менее полон сил, но вдруг он что-то какой-то вялый стал, надо сделать паузу в еде. Просто вот хотя бы один день, там полдня, там вечер, утро, просто не покушать. Вы почувствуете, как организм приободрится, он такой, знаешь, такой, он начинает, как будто он сейчас еду будет искать. И бодренький такой, веселый. Вот вчера первый раз мне удалось покушать в 5 часов, причем была физическая активность, была еще психическая активность, психическая была связана с нивой. Нива — это вообще какое-то чудо. Перегорело. Ну, кто на русских машинах ездил, все знают, что такое Нива и что такое русская машина, причем такая в годах, вот даже ей, когда не 28 лет, а даже вот ей там лет 15-10, лампочка перегорела, точнее не лампочка, не горит правая фара. Хорошо, сняли решетку, кое-как открутили эту фару, потому что Нива спроектирована в таком там в 75-77 когда-то году, и там послевоенное поколение, они не задумывались о том, чтобы легко менялась лампочка из-под капота, вот как на иномарках. Тогда все было легко, тогда ничего страшного было такого. Снял решетку, снял фару, поменял лампочку, поставил фару на место, поставил решетку.
Сейчас 2020 год, мне кажется, новая Нива точно так же, чтобы поменять в ней лампочку, нужно выкрутить, скорее всего, саму фару. Что там сейчас на этом, на АвтоВАЗе происходит? Так вот, меняем лампочку, а она не горит. Контролькой смотрим, ток приходит, плюс приходит, ну, значит, масса где-то отошла. Прокидываем массу напрямую на аккумулятор проводом, не горит. Ток приходит, ничего не горит. Надо предохранитель пошевелить. Пошевелили предохранитель, все равно не горит. Стали смотреть, оказалось, вот такие поломки. Клемма окислилась. Пришлось снять бачок омывателя, у меня не родной стоит. Там все поотваливалось. Не знаю, кто его ставил. Короче, клемму пошевелили, вроде загорелось. Все обратно собираем. Не горит правый габарит. И сзади левый габарит тоже потух. Начинаем смотреть, а это когда предохранители шевелили, вот эти пальчики, один из них развалился. И вот такое оно. Там даже бывает, ремонтируешь, когда в ней что-то, ты приходишь в магазин за автозапчастями, здороваешься с продавцами, все. Ты когда уходишь, ты можешь не прощаться, потому что 90%, 9 из 10, что во время ремонта всплывет что-то еще, что нужно сходить, купить какую-то мелочевочку. Стоит все, конечно, не очень дорого, но такое-то. И вот вчера к вечеру я чувствовал себя прям бодрячком и покушал один раз за день. И я и утром сегодня проснулся, и вечером вчера вообще прекрасно лег спать. В общем, это вообще другая жизнь. Когда ты не пичкаешь свое тело постоянно какой-то едой, а делаешь это редко, но метко, то можно, в принципе, питаться и мясом питаться, и чем угодно. Так-то вообще достаточно простой набор. Помидоры, жареный хлеб, лаваш и кусочек курочки. Ну, когда все это происходит на берегу реки, около костра, на свежем воздухе, это просто какой-то супер ресторан, которого не существует нигде. И он доступен всем. Это вот такая противоположность. Кто-то любит, где много людей, где какие-то изысканные какие-то блюда. А кто-то любит просто простоту, но зато на природе. Друзья, приятного аппетита. О! Всем вообще очень-очень приятного и аппетита, и всего. И тут еще за спиной стоят донки, на которые того гляди клюнет, может быть, опять большая рыба. Сейчас кушаем, надо будет перезабрасывать и ловить. Это вот, как говорят, сытый голодному не товарищ. Сейчас так покушал, что думаю, а для чего мне вообще завтра утром-то есть? Вот я собирался суп еще варить, чтобы утром встану, буду голодный. С чего я буду голодный? Вот если сейчас наварю супу, придется утром его есть, да. А так, мне надо просто термос заварить. Сейчас попозже чаечек поставим, заварим термос, и все, у меня будет чай. У меня там какие-то булочки еще есть, у меня остался лаваш. Вот если мне захочется есть, я вот это перекушу, и все. Вот это подъедание лишней еды. Вот был бы с кем-то не один, уже пообещал суп, пришлось бы варить. А так одному можно. Хочешь, вари суп, не хочешь, не вари. Это как отец собрал сыновей и говорит: сыновья, я бы долгую жизнь прожил, мне хочется вам мудрость некоторую передать. Они такие насторожились. Он говорит: первое, две вещи. Соблюдайте в жизни всегда две вещи. Первое, если ты кому-то чего-то пообещал, сделай, во что бы это тебе ни стало. И второе, никогда никому ничего не обещай. Вот так вот. И вот когда ты один, ты сам себе хозяин. Захотел, остался с ночевкой, ну я сейчас останусь. Захотел, поехал домой. И вот в этом есть некоторая прелесть. Ну и то же самое одному
всю жизнь не проживешь, нужно общение с людьми. Без общения с людьми вообще никак. Проверил, сейчас перезакинул. Ничего, на одной тюлька целая была, на другой какая-то рваная, но опять же, может быть, при перезабросе, ну, пока вываживал или выматывал. В общем, ничего здесь. Тишина. Так, ребята, а вот сейчас прям колокольчик звонил, я в палатке сидел. Выглянул из палатки, мне те донки было видно, а вот эти было не видно. Но явно два раза позвонил. Так, вот здесь. Ага. Это уже срабатывало. Подсечь на всякий случай. Ну-ка. Что-то похоже пусто. Хотя с поклевкой те практически без поклевок и большого было слышно. И никого нет, может, ошибся, конечно, удочкой. Вот она разжеванная вся. Надо, похоже, ждать, пока он ее съест прям целиком. Не надо торопиться. Сейчас пока была только одна поклевка. Будем делать чаечек. И смотрю по погоде. Время уже около 12. Так ничего и не меняется. На улице достаточно тепло, в палатке тепло. Ну как достаточно? Мне кажется, это градусов 6 или 8. У меня термометра уличного нет. 11,5 градусов показывает стенки. Тут вещи стоят. 11 градусов. На улице чуть-чуть попрохладнее, думаю, потому что в палатке я здесь сейчас посидел какое-то время. Ну, похоже, газ не потребуется для того, чтобы переночевать. Сейчас на маленьком газу вскипячу чайник, заварю термос. И просто на раскладушке, думаю, можно будет переночевать. Потому что весной, когда ночуем там первые рыбалки, ночью ближе к нулю температура. А сейчас 11 градусов, это вообще комфортно. Ребята, 2020 год, Тверская область. Конец октября. Сейчас 25 или 27. 28 октября сегодня. Мне важнее дни недели. Это как-то пришел на медкомиссию на права сдавать, ну не на права сдавать, продлевать, и надо было психиатра пройти. И я без задней мысли захожу взять справку о том, что я не стою на учете, а я не стою на учете. И обычно выписывают справку там, ну что-то задают какие-то вопросы там, и все, и пошел. А это он мне говорит, посмотрел так на меня, говорит, а какое сегодня число? А я стою, я и не знаю, какое число, у меня всегда плюс-минус, я знаю какие-то там конец месяца, середина. Зато я всегда знаю, какой день недели. Вот по дням недели, да. Ну и тут еще после этого сытного ужина уже вообще, честно говоря, ничего не хочется, кроме как спать. Но донки все равно сейчас надо бы ходить еще попроверять, поперезабрасывать. И потом уже можно будет лечь спать со спокойной совестью. Одна рыбина хорошая есть, две отпущены. Одна поклевка слишком рано. Дернул я, кажется. В общем, пока дадим шанс. Да даже ночью, если клюнет налим на оставленные донки, то он, скорее всего, уже не сойдет, если он там нормально заест. Но, по крайней мере, те налимы, которых удается поймать, они там сидят вообще прям, им от крючка уже не освободиться никак. Ну, я всегда считал, что налим клюет в такую погоду, ну хотя бы чтобы похолоднее было. А сейчас и ветер стих, и тепло, как-то вообще какая-то странная погода. Раньше в это время снег уже выпадал. Обязательно проветривание в палатке.
если газом пользуетесь, просто это просто необходимо. Иван-чай, который у нас же здесь растет, сами собираем, сами сушим. Он такой интересный, если ты разнервничался, то он тебя успокаивает. Если ты устал, как вот я сейчас, он маленечко бодрит. Он какой-то, он как будто знает твое настроение. Самое главное, без кофеина и без проблем его можно и на ночь пить, и утром, и когда угодно. Время 11:30, в это время уже сплю обычно, уже все, у меня биологический ритм начинает меня потихонечку выключать. Хотел половить часов до 2, но что-то кажется, не знаю, сейчас посмотрим, может быть, еще и протяну. Чай заваривается, костер догорает, скоро полночь. И все начнет превращаться в тыкву, как в одной из сказок. Непонятно, рыба, не рыба. Может, просто там даже оснастка перепуталась. Все равно надо посмотреть. А, нет, все легко пошло. Ну-ка, что там? Ничего. Надо что-то экспериментировать. Похоже, был выход на Лима пару часов назад, тут, когда были поклевки. А сейчас он, может быть, к берегу подошел, может, куда-то еще ушел. Хочу вот такую приманку попробовать. Червяков насажал на длинный крючок. Может, будет какой-то толк. Потому что поклевки прекратились. Явно рыба или сместилась, или вернулась на места, где она там отсиживается. Потому что, ну, действительно, на улице прям потеплело даже. 11 градусов, и это как-то аномально. Я ожидал, что будет градуса 2-3. На Лиму, возможно, тоже. Теплый воздух из Европы к нам приходит. Вот такая европейская погода. Подложим туда. Какая-нибудь опилочка. Может, конечно, зацеп, но может быть опять и налим. Причем это та донка, которая принесла большого налима, маленького. И вот сейчас он когда упирается, такое ощущение, что просто зацепился за дно. И вот поводки 0,35, они, кстати, в это время. Вот такая штука. Вот кто налимов не ловил, на вываживание все примерно то же самое. Как будто тянешь вот такую травищу. Вот тот большой налим, он точно так же и выводился. Нацеплял ракушки на второй крючок. А, вот оно еще что. Еще прицепилось. Фидерная кормушка. Вот оно как. Какие-то профессионалы ловили на леске. Получилось, мой хороший.
прям ровно час, 1:00. Все, что там ходил, перезабрасывал, ничего не было, кроме тины морской и фидерной кормушки, которая прицепилась. Все поклевки, три рыбы и еще одна поклевка, они были где-то в районе 10 часов. На время не смотрел тогда, ну где-то, может, с 9 до 11. Потом, в принципе, получается, где-то в полночь можно было ехать домой. Думаю, может быть, это связано с тем, что Налим вечером выходит, нагуливается за вечер, ну, находит какую-то еду, кушает ее и успокаивается, идет домой тоже спать. В общем, сейчас сплю без всякого газа, потому что, ну, это несерьезно. На улице плюс 11, какой тут, если еще отопление включить, здесь вообще будет жара в костюме. И так жарковато даже на улице, да и в палатке. В общем, нормально сейчас, я думаю, что переночую. И утром посмотрим, кто там за ночь клюнет, не клюнет, перезабросил, поставил все-таки на тюльку. В уклею так и не уверовал пока, потому что она какая-то крупная. У нас все-таки такие места здесь, и на спиннинг ловишь. Вот мне нравится ловить на крупной приманке, но слишком редко рыба попадается. В основном предпочитает какую-то мелочь. То ли запрессованность, но я, скорее всего, связываю это с тем, что подпор Иваньковского водохранилища, проточность слабая, кислорода в воде не очень много, и рыба просто она такая более пассивная, чем на быстрых реках. Так круто, южный ветер дует постоянно. Он сейчас в октябре, конечно, уже достаточно прохладный, но по сравнению с северным он теплый. Четыре поклевки, и так неплохо, и вот этот налимище тоже нормально. Рыбалка на самом деле продолжается, потому что донки заряжены, все стоит. Посмотрим, что будет утром. Ложусь спать. Доброе утро. Время 7:30. Просыпался в 6, без 26 даже. Было реально темно, и, в общем-то, решил воспользоваться случаем и поспать нормально. Выспался вообще изумительно. Сейчас потом покажу, у меня есть некоторый секрет с раскладушкой для отличного высыпания. В общем, вчера лег, когда, вот знаете, вот этот момент между сном и бодрствованием, когда ты вот уже засыпаешь, это то же самое получилось, как когда ловишь на донке и идешь есть. Случаются поклевки. И вот вчера, когда уже все, уже засыпал, слышал, что колокольчик где-то бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так что, скорее всего, там у нас рыба на донках. Сейчас попью немножечко чаю. И пойдем проверим, посмотрим. Вообще ночь прошла, честно говоря, на отлично. До момента, до без 26, ни разу не просыпался и просто спал. Все было круто, потому что все-таки свежий воздух, какой бы он тут ни был, холодный, теплый, он очень позитивно влияет на организм. А с раскладушкой, секрет. Секрет вот такой, вот она у меня здесь практически не прогибается, потому что там пришито усиление, и я туда вставляю вот такой лист фанеры. И вот так вот он у меня там зафиксирован. Очень важно хорошо отдохнуть, поэтому какие-то будние дни в обычные свои вечером на ночь я никогда не ем, чтобы хорошо выспаться. И точно так же можно, если ты, как вчера вот я говорил, если ты долго не ешь, вот я на ночь вчера ел мясо, там вот это ел, булку ел, как бы ничего страшного. Еда быстро переваривается, если ты голоден. Пойдем сейчас посмотрим, что там у нас на донках за ночь.
ребята. Что-то есть, похоже. Причем нормальный такой увесистый экземпляр. О да, хвост. Хвост уже видно. Чуть поменьше того большого, ну гораздо меньше, но этот тоже подходит, размер у него такой уже нормальный. Так, надо ополоснуть его. Ох, еле отцепил. Крючки, конечно, съедают, они прям вообще целиком и задевают там. Так, это вчерашний. Да, зря, наверное, в воде его оставил, ладно. Это, похоже, пустая. Там, кстати, на той стоянке сработала правая донка. Вчера все были левые, а это правая. Здесь правая пустая. Ну-ка. Вот здесь, похоже, опять рыба. Да. Есть, ребята, еще один. Опа, вообще. Похоже, нормальный. Ой. На лимчике. Ну вот стоило вообще-то на ночь-то остаться. Из четырех донок две с рыбой. Причем вот тут опять какой-то, похоже, прямо гигантский. Уже вот поводок из 0,35 это какая-то необходимость при ловле этой рыбы, потому что идет очень туго. Не особо гигантский, но такой нормальный. Вот он. Сильная рыбешка. Сильная, что говорить. Ленчик. Попробуем померить температуру воды. Прибор, конечно, не предназначен для измерения температуры воды, но дно может померить. 7,8 градусов. 7,6. Ну это уже вместе с моей рукой. Давай, палки. 8 градусов получается около берега. Вполне возможно, конечно же, что на глубине вода уже больше остыла. Однозначно рыбалка вышла зачетная. Вот этот красавец. Не знаю, сколько он по весу. А так вчера еще два таких были отпущены. Но этих отпустить было невозможно после ночи. У одного пришлось даже поводок отрезать, потому что съедают просто до упора. Вот они на лимчике. Ветрено.
Рыбалка в этот раз воистину рыбалка с рыбой. 5 рыб поймано. 2 отпустил, 2 вот небольших забрал, и один вот этот хороший налим. Это вообще такое запоминающееся событие. По поводу оснастки вы все видели. Самый обычный скользящий груз. В конце вот вертлюжок с бусинкой поставил. Можно и обычный вертлюжок, можно вообще, думаю, что заводное кольцо поставить. Поводки длиной, ну, чуть более полметра, не меньше полуметра, потому что которые покороче, они, скорее всего, будут путаться на такой оснастке без всяких отводов. Леска основная 0,4 на донках стоит, как и леща ловлю, и поводки из 0,35. Тоньше делать смысла, думаю, что нет. Это все-таки налим, такая рыба, которая, если он нашел приманку и он решил ее съесть, он ее съест. Какой бы там большой крючок ни стоял, какая бы там леска ни была. И еще, ночных вот этих, когда вынимал, леска чуть-чуть потерта в районе, где вот он там терся, у него зубов фактически нет, у него есть щетка такая довольно грубая. И если бы леска стояла какая-то типа там 0,25, скорее всего, он может ее просто перетереть. И на вываживание это очень необычная рыба, такое ощущение, что тащишь какую-то, ну, какое-то бревно, просто вот зацеп, потом он ослабевает, потом опять зацеп, потом ослабевает. Пресноводная треска, как ее называют, тресковая порода рыб. Ночевка была отличная, оказалось, что не нужно даже ни газ доставать, ни... В планах вообще было использовать еще вот такое удилище, двухчастное длиной 3,30 для супер дальнего заброса. Вот, взял с собой газ, взял с собой теплообменник. В планах было также наконец-то половить вот такой катушкой 6000 размера. Смотрите, какая она мощная. Это самая крутая катушка. Но мне хочется такую иметь, и мне хочется ее где-то половить. И уже не первый раз попадаю в такую ситуацию, что не могу ее использовать. Лучше всего вещи покупать под какие-то конкретные задачи. И когда ты ее купил, эту вещь, выполнить эту задачу. А у меня так получилось. Вещи я купил, а поездка сорвалась. Для чего она мне была нужна? Я все мечтаю, что она мне пригодится для ловли сама, сазана крупного. Вот хотел на суперджике половить, когда там 60 грамм груза. Там и вот такие приманки, которые сама приманка еще 40 грамм весит. Но пока что-то не складывается. Вообще... То, как представлял себе эту рыбалку, вышло все немного иначе. Когда едешь один, то ты сам себе хозяин, и ты можешь какие-то отменять свои решения, какие-то новые принимать. Когда ты в коллективе, и если решение принято, то его нужно доделать до конца. А здесь вот хотел на утро суп поварить, потом когда покушал, ну я понял, что мне утром-то есть-то уже и не захочется после такого ужина. Ну действительно, вот сейчас утро, я еще чаю попью, я даже не буду есть никакие там ни булки, ничего, потому что ну, я сыт абсолютно. А планировал тут еду готовить всю ночь просто, потому что мы в уме себе рисуем некоторую такую картинку, которая начинает нас привлекать эмоционально, то, что мы предвкушаем, как мы будем... получать положительные эмоции от того, что будет происходить. В реальности картинка, она всегда отличается, и на это нужно делать ссылку. И тогда все ровно и нормально происходит, как бы уже ориентируешься по ситуации. Но это касается не только рыбалки, это любой жизненной такой обстановки. Друзья, сам не ожидал, Тверская область, конец октября, и такая вот рыбалка с ночевкой, практически летняя, на донке. Ну, правда, рыба уже это не лещ, это налим, неважно. Главное, что и домой с рыбой, и с отличным, хорошим настроением выспался просто супер. Спасибо всем, кто был здесь со мной, с нами на этой рыбалке. Саша Иванов, канал «Живу на земле». До новых встреч. Пока. Взял только самое необходимое. Очень необходимы все вещи. Самому интересно, как все это сейчас будет выглядеть в санках.